Чемпионат по военно-спортивному многоборью. Школьники района сразились за Кубок Патриота. Целый день мальчишки и девчонки определяли лучших из лучших. Здоровый образ жизни, физическая подготовка и повышение интереса к воинской службе. Главной задачей в рамках областной программы патриотического воспитания. Товарищ генерал, соревнования Кубок Патриота в количестве 14 команд Колыванских муниципальных образовательных учреждений построены. Ребята стараются делать все по-военному, быстро и четко. Генерал-майор Попков как пример для подражания. Подтянутый, в хорошей физической форме. Своего секрета успеха не скрывает. Физические нагрузки, отказ от вредных привычек. И главное, говорит Попков, любовь к родине. Патриотическое воспитание, законопослушание, духовно-нравственное воспитание и физическое воспитание в целях единения нашего народа. Это основная наша цель. Тем временем у молодых людей разворачиваются нешуточные баталии. Разбирает, собирает автоматы, снаряжает магазин и на скорость надевает так называемые индивидуальные средства защиты. Для потенциальных призывников армия едва ли не самое экстремальное приключение в жизни. Щекочут нервы уже с юных лет. Кто-то думает о форме физической, кто-то о военной. Ну, это пригодится в армии, если вот возьмут или допустят. То есть всегда все полезно, всегда все пригодится и в жизни, и все. Стрельба из винтовки, метание гранат. Девочки оказывают первую помощь раненым бойцам. Юноши же в это время тягают гири. А вот Лена Горлач даст фору любому мальчишке. Она курсант патриотического клуба, но отлично знает премудрости военного дела. Для себя, для общего развития. Мне это просто для себя интересно. То есть я занималась многим и танцевала, и пела, но это мне ближе всего. Строевая подготовка и сплоченность коллектива – секрет успеха курсантов патриотического клуба. Новичков здесь нет. Говорят, самооборона пригодится в жизни. А вот многие сельские мальчишки сегодня впервые взяли в руки оружие. При этом, по словам судей, показали хорошие результаты. А это значит, что уже на финальном чемпионате в области у команды победителя есть все шансы завоевать главный кубок «Патриота».